В кабинете главы курорта представители компании «Бесторг». В Анапе ведут строительство жилого комплекса «Времена года». Готовы перечислить бюджет средства на строительство дошкольного учреждения. Сергей Сергеев дает поручение юристам в соглашении прописать конкретную статью расходов. В аннотации будет «для строительства детского сада». Это не обязательно должен быть «Орленок», но мы должны перед ними и перед контролирующим отчитаться. Вот смотрите, 30 потрачено. На какой конкретно объект пойдут средства, определят в рабочем порядке. В реконструкции нуждается второй детский сад на улице Крымской. Также есть возможность направить частный капитал на софинансирование сразу нескольких проектов строительства. За государственно-частным партнерством будущее. Серьезный бизнес понимает, что инвестирование в инфраструктуру – это взаимовыгодные договоренности. Мы для себя четко абсолютно понимаем, чем больше будет развиваться инфраструктура города Анапы, тем больше привлекательнее он будет для приезжающих, соответственно, без социальной инфраструктуры, потому что все приезжающие люди имеют детей. Детям нужно ходить в детский сад, детям нужно ходить нужно в школу. Соответственно, и стоимость жилья в более благоустроенных районах, в более благоустроенных городах, она всегда будет повышаться.